Доброго времени суток всем. Мы продолжаем прохождение игры The Walking Dead: A New Frontier. Ходячие мертвецы, новый рубеж. Сегодня у нас четвертый эпизод. Будем продолжать прохождение истории за Хави. Хавьер Гарсия. Окей, в предыдущих эпизодах «Ходячие мертвецы». No! Нет. Вы чудовище. А ты еще та штучка, ты это знаешь? Проклятый Гарсия, ты... Ты мне кишки выпустил. И не только. Джоан обо всем знала. Мы это делали по ее приказу. И извини. Поздно извиняться, Пулбэт Бэй. Я тебе помогу. Об этом весь Ричмонд узнает. Нам твоя помощь не нужна. Умоляю. Мы решили, что не стоит брать его с собой. Дело это абсолютно ненужное, но... Я бы оставил это здесь, в Перрин. И на вашем месте я бы объяснился. Я ж просил отвезти Кейт и Гейба в безопасное место, а не хвост поджать и драпать. Они были из нашей семьи, Дэвид. Как ты мог? И да, Дэвид начал стрелять. Ублюдок. Я тебе покажу семью. Да, именно этим закончилась предыдущая часть. Ну что ж. Похоже, мы попали в переплет. Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. Ну, видимо, воспоминания из прошлого. Черт, первый страйк. Я давно не тренировался, вот и все. Я тоже. Я не держал биту с тех пор, как меня вышвырнули из лиги. Ну, у тебя есть целый день, чтобы прийти в форму. О да, когда я просто держу эту штуку, то уже чувствую себя лучше. Что такое? Эй, ты в порядке, нет? Я боролся с кое-какой мыслью. Эй! Эй, вы ведь Хавьер Гарсия, правда? Бейсболист? Можно автограф? Ну ладно. Я все время смотрю ваши игры. Да, конечно, малышка. Ух ты, спасибо. Ну, давай. Для кого его подписать? Не, не надо имен. Автографы бывших игроков стоят намного дороже, чем личных вам. Без даты всякого такого. Ну ладно, как скажешь. Проучить соплячку. Not for resale. Не для перепродажи. Хочешь денег, найди работу. А, ну как скажешь. Нужно осчастливить фанатов. Звезда. Давай вернемся к бейсболу. Ну давай.
Это аут. Черт с два. Тебе просто нужно выпендриваться, да? От этого тебе легче? Ага, попробуй как-нибудь. Да блин. Второй страйк. Чувак, сбей уже это дерьмо, я серьезно. Да расслабься. Дэвид, какие у тебя предложения? Может, сыграем на деньги? Ты знаешь, что я больше этим не занимаюсь. Я все еще не могу поверить, что ты пришел сюда. На твоем месте я бы обходил бейсбольные клетки целую вечность. Что ж, в любом случае, спасибо, что вытащил меня. Мне нужно было отвлечься. Оу, Гарсия в ударе. Полагаю, твоя самооценка сильно взлетела. В следующий раз встанем на расстоянии броска. Вообще-то я не очень хорошо бросаю, зато я бросаю, и довольно хорошо. Ау, черт. Да заткнись уже. Не будь тряпкой, пошли. Ха, я всегда говорил тебе то же самое. Правда? Ага, когда мы были моложе. Помню, как я показывал тебе, как играть в эту игру. Ну что ж, позволь суперзвезде вернуть долг. Смотри, блин. О боже, толпа сходит с ума. Я понял, не обязательно тыкать мне это в лицо. С меня хватит. Дэвид. Повзрослей. Прекращай истерику и повзрослей. Ты просто не можешь удержаться от своих шуточек, да? И снова звезда по имени Хами. Хави думает, что он лучше меня. Это пора прекращать. Да что происходит, Дэвид? Я не понимаю. Ты не понимаешь, потому что думаешь только о себе. Ну и... веди себя нормально. Меня уже тошнит от твоих выходок, Дэвид. Ты любишь меня дразнить, но ты понятия не имеешь, чем я имею дело. Моя работа отстой. С Кейт мы каждый день собачимся. Я возвращаюсь в армию. Чувак. Во время прошлой мобилизации у тебя не было детей. Что бы ты ни собирался делать, теперь подумай сначала о них. Я и думаю в первую очередь о них, поэтому и должен идти. Мои отношения с Кейт уже довольно давно идут наперекосяк. Но что мне остается, видимо, то, что будет лучше для всех. Дети еще слишком малы, блин. Чтобы их бросать, ты должен быть рядом с ними, воспитывать их. Да что ты вообще знаешь о воспитании детей, Хави? Не буду врать, если я уйду, то всем станет тяжелее. Кейт, время от времени нужна будет помощь. Ты ведь поможешь, не оставишь ее? Слушай, чувак, вообще это твоя обязанность. Это твоя семья, Дэвид, не моя. Ты должен остаться и помогать им. Типичный эгоист. Ты ни черта не знаешь о том, что такое семья. Ну да, наверное. Пошли, я хочу убраться отсюда прямо сейчас. Ну, как я и говорил, Хави он такой. По крайней мере, был. А, заходите оба. Джон решит, что с вами делать. Она совершает огромную ошибку. Нет, это ты сделал ошибку, когда убил Лони. Эй, давайте все успокоимся, а? Я только хотел им сказать, и вот тут ты совершил ошибку. Нельзя же драться со всеми, пойми, Джоан не собирается мстить, она только хочет, чтобы был порядок. Ты просто делаешь все, что она скажет? Да? Совсем соглашаешься, лишь бы свое место сохранить? Нет, это не так, у Джоан легкая задача. Чтобы обеспечить здесь безопасность, ей нужна помощь всех людей. Ребят, вы хотите отсюда выбраться? Расслабьтесь, отдайтесь процессу. Ну-ну. Ха,
После того, как я тебя сюда привел, после того, как я ваши шкуры спас, ты вот как со мной поступаешь. Да иди ты в жопу. Дэвид, я тебе не враг. Мы должны решить, что делать с Джоан. Твое предательство, братик, круче предательства Джоан. Ты хоть немного представляешь себе, что они со мной сделают? Меня подставили. А что они сделают, когда найдут Кейт, я даже думать не хочу. Я бы нашел способ всех вас защитить. Но сейчас... Теперь вы все сами за себя. У тебя же здесь еще остались друзья, правда? Я думал, Лони свой. Он на меня накинулся. И ты его застрелил. Ты хоть кого-то из друзей не убил? Тебя еще не убил. Ну... Там-бадам-бам. Мы с ними справимся, хватит дуться. Мы бы не попали в такое положение, если бы ты обратил внимание на то, что творит Джоан. Я делал все, что мог. Я всегда выкладывался на все 100. Но ты это Кейт скажи. Когда-то ты ее уже оставлял одну. Может, сейчас стоит поступить иначе? Заткнись. Ты для меня умер. Если отсюда выберемся, будешь сам за себя. Ну, отвяжись от меня, дебил, ударить Дэвида. Давайте ударим Дэвида. Ну, а что все время получаем-то? Надо и отдавать периодически. Типичные братья, дерутся как дети. Сука. Я тебе верил. Осторожно, сотрясение мозга ему не сделай. Я пришла поговорить, а не драться. Ты же не будешь создавать проблемы, а? Ты всем заправляешь, только если ты нас не отпустишь, я буду источником огромных проблем. Давайте вот это выберем. Если думаешь, что Дэвид источник проблем, то у меня для тебя новость. Я еще хуже. Я тебя умоляю. Дэвид, люди волновались, как я сюда войду из-за того, как ты убил Лони. Но я знаю, где кроется истинная угроза. В Ричмонде опасно. По-моему, угрозу представляют все в этом городе. Да, когда им страшно, есть хочется. Совершать налеты было неприятно, но нужно. Истинной угрозой была еще одна долгая зима. Мне должны были об этом сказать. Дэвид, ты же помнишь, сколько мы друзей мы потеряли в прошлом году? Больше я такого зрелища не выдержу. Завтра утром я созываю собрание на площади. Нужно объяснить людям, почему тебя арестовали. А потом на твое место придет новый начальник охраны. А тебя вынесут вперед ногами. Ага. Закон для всех один, Дэвид, и для тебя тоже. Для всех, кроме тебя, пожалуй. Это поселение могло быть хорошим, а ты все испортила. Я здесь нужна, чтобы обеспечивать безопасность. Ты меня подставила. Все увидят твое вранье. Я сделала то, что требовалось для обеспечения безопасности жителей Ричмонда. Они это поймут. И еще не поймут, что сейчас для них самая большая угроза. Это ты. Да херня. Понимаю, ты на меня злишься, но давай поговорим об этом наедине. Захватите его с собой. Чеши давай. Плевать, нужно отсюда выбираться. Так, ну через дверь мы точно не выйдем. Что у нас здесь? Шкафчик. Давайте откроем, посмотрим, может, что нужное найдем. Ага. Здесь ничего полезного нет. Так, а это что? Посмотреть решетку. Тут можно протиснуться. Круто. Давайте встанем, посмотрим, что тут. Ха, с этой скамьи я туда не залезу. Ну, значит, поищем другую скамью. Что тут есть хорошего? Диван, кресло. Что, с кресла залезем? Залезем, нет? No time to rest. А, отдыхать некогда. Нет, значит, не с него. Так, это что? С виду не особо прочная штука. А это... О, можно что-то выдрать. Нормально. Ну, давай. О, трубочку выдрал. Так, и что? Еще здесь что-то есть, да? Так, а это... Использовать кран душа. Ну давайте примем душ. Уйдем чистыми. Ах ты чё.
Что ж, такой уж сегодня день. Ну, тогда возьмем табурет и пойдем, пожалуй. Школа Ричмонда. Насколько я понимаю, написано на стене. Так, ну... Совсем без палева, ага. Че, никто не услышал? А, прикол. Мужик, у тебя что, силы нет? Мало каши ел. Хави. Ой, Кейт. Я не знала, как тебя найти. Потом услышала звон стекла. Ты живой. Пока да. Ты сбежала от охраны? С трудом, нужно тебя отсюда увезти. Вот возьми, помоги отогнуть прутья решетки. Черт. Дави со своей стороны. Ну, давайте давить. Черт. О, вырвали. Спасибо, Кейт. А теперь помоги. И куда мы теперь? Убираться из Ричмонда? Надо валить, короче. Ага. What's all that noise? Что там за шум? Стадо встало кругом так, что не выбраться. О, блин. Это печально. Пошли. Сюда. Можно было бы, блин, через стадо как-нибудь пробраться. Ну ладно. Куда ты меня ведешь? Элеонор нашла одно место. Гейб там с остальными. Так, Гейб в порядке. Думаешь, там безопасно? Пока что да. Пока достаточно, но нам нужно как можно скорее делать ноги отсюда. Наверное, нужно идти дальше. А как же патрули? Ну да, куда же без них? Пока тебя искала, несколько раз чуть не попалась им. Спасибо, что рискнула, я под впечатлением. Это была авантюра. Ну, поправляешься, значит, раз везде шныряешь. Ну, не то чтобы. Но отдохнуть смогу, когда мы будем в безопасности. Чисто, пошли. Я видела, как Дэвида выводят из изолятора. Ага. Как у него дела? Он справится, от меня он ничего не услышал, не думая о нем. Но я думаю, он справится. Он злится, но я думаю, он все понимает. Надеюсь, ты прав. Мне все еще ужасно плохо от того, что с ним случилось. Шухер. Вроде бы чисто. Пошли. Хорошо, веди. Ну ладно, могилы, да. Тебя скоро начнут искать. Мы уйдем, они нас не поймают. Главное, береги себя. Так. Ну, пускай все ищут, скоро нас уже не будет в Ричмонде. Скоро, да не очень. Хм. А, ну да. Ходячие же. Стадо. Вот то место, что нашла Элеонора. Вдруг поднялась такая суета. Не нравится мне это. Пошли, давай зайдем в дом. Ну давай. Telltale представляет. Совместно со Skybound Entertainment.
Ходячие мертвецы. Новый рубеж. Чей помост какой-то строят. Так, а снаружи-то там совсем все плохо. И как бы их еще не так много, но... Четвертый эпизод. Гуще воды. Так, ну. Элеонор, я много думал и считаю, что нам следует быть парой. Извини, не знаю, что чувствую. Чувствую ли я то же самое. Здорово, приятель. Рад тебя видеть, Хави. Извини, что ушел. Думаю, больше тебя не увидим. Очень приятно тебя видеть. Да. Не думал, что мы так скоро увидимся. Ага, ну, все изменилось, знаешь. Просто сейчас я не могу. Оу. Здорово. Да, привет. Трип, смотри, кто пришел. Привет, ребята. Где ты был? Тебя бы это только обеспокоило, ребята, вам нужно время, там... Это не важно, не переживай. Что за хрень, Хави? Мы все заодно, если ты не заметил. Что тут в Ричмонде происходит? Джон всех обманывает вообще. Она пытается лишить Дэвида власти. Говорил же, что им нельзя доверять. Я хочу идти спасать папу сейчас же. Ну, давай придумаем, как это сделать. Хави, надо продумать все заранее. Хорошо, в прошлый раз ты забил на план, и тебя поймали. Ну, в общем, да. Облажаться сейчас никак нельзя. Ребят, вы в окно хоть смотрели? Идите, гляньте. Ну, посмотрите, блин. Что там в окне? Матка Боска. Черт возьми. Хави, даже если ты освободишь брата, ты все равно не сможешь никуда уйти. Ну да, похоже на то. Вау. Настолько же, насколько не хочу здесь оставаться. Ты же рада, что мы не наткнулись на это сами. Блин. Ну вообще да. Еле пронесло, все равно мы в опасности, я бы все равно рискнул. Чтобы идти от всего от этого. Чтобы начать сначала. Ну, нам с тобой. Смело. Глупо, но смело. Похоже, нам грозит опасность и в этом месте, и за его пределами. Лично мне было бы намного спокойнее, будь у нас еще несколько стволов, знаете ли. А у меня ничего придумать нельзя. Мы нужны Дэвиду, нам нужно быть осторожнее, разговорами мы не отделаемся. Если мы хотим выбраться отсюда, надо быть готовым к стрельбе, верно? Да, точно. Хорошо. Я знаю, где оружие. Мне папа показал. Там его много. Могу показать, где. Ладно. Похоже, план действительно готов. Вернемся сюда, как только сможем. Ну, удачи. Иди сюда. Кейт, я... Просто будь осторожен.
Слушай, Хави, не знаю, слышал ли ты нас, я, кажется, напортачил с Леонор. По дороге поговорим. Все же, пожалуй, я не смогу выйти из квартиры, пока между нами все так плохо. Ну, это как бы неправильно вообще-то. Не будь идиотом, мы все там были, меня это не касается. Ну, не будь идиотом. Ведешь себя как идиот, сейчас не время для этого, ты просто не понимаешь. Просто не надо было с ней так настойчиво, вышло нечестно, тут и так много чего происходит, верно? Хави, идем. Оставь нас на минуту, дружище. Прости, другом, я просто не знаю, что делать, ну, честно, не знаю. Смирись, нужно время, слушай свое сердце. А, чувак, смирись. Ты ей не нужен, Трип. Смирись. Блин, я тебя другом считал. Думал, ты поймешь. Переговорю с Элеонор и буду следить за этими тварями. Даю слово, я не допущу, чтобы с кем-то что-то случилось. То есть, в смысле, ты никуда не пойдешь? Хави, пойдем. Вот козлина, блин, здоровая. Понятно. Оружие добывать мы с пацаном. То этот шкаф, блин, останется там беседовать. Ну ладно. Что тут у нас? Будь начеку, действуй осторожно. Все будет отлично. Ладно. Это будет круто, мы сделали это. Слышь, потише, приятель. Я уже делал это, Хави. Не делал, Гейб. На самом деле нет. Иногда ты вынужден принимать решения в считанные секунды, а потом всю жизнь разбираться с последствиями. Вкуриваешь, нет? Когда надо, нужно быть безжалостным, надо верить правильным людям, ходячие не отстреливаются. Вот. Просто будь осторожен, люди не муэртос, они могут выстрелить в тебя. Но я знаю, тогда ты знаешь, как оставаться незамеченным и вести себя тихо. Окей. Что-то какой-то он отожратый охранник такой. Ну, нормально, ничего. Вышел. Подышать свежим воздухом. Значит, мы ведем себя тихо и незаметно? Если мы сможем проскользнуть незамеченными, это сильно облегчит нашу работу. Хорошо. Не шуметь и не привлекать внимания. Эй, я могу пойти поговорить с ним, а ты можешь пробраться внутрь. Хорошая идея, ни за что, это рискованно. Это рискованно. Да ладно, Гейб, давай, чё ты? Я справлюсь. Его же не выдворяли, его же как бы наоборот оставили в городе, то есть он как свой считается. Эй! О, привет! Мне кое-что попалось на глаза вон там. Ну-ка, покажи. Так, ну он сейчас охранника уведет, да, а мы потихо и проскользнем. Хави, ну... Все нормально. Вламываемся в оружейную или что это, арсенал. Так, открыть дверь. Дверь оружейная. Все в порядке. Интересно, что другой охраны там нет, что ли? Там один мужик был. Угу. И куда нам? О! Шухер. Я же говорил, что это сработает. Ну, отличная работа, приятель, если что. Ну, пойдем. Куда нам? Ты ж тут все вроде знаешь. Не, ну кроме шуток. Это здесь. Оружие находится за этой дверью. Заперто. Нет времени искать ключ. Зато есть время поднять огнетушитель. Ну что ж, пойдем трудным путем. Где логика, брат? Красться и потом шуметь. Выбивая дверь. Вообще не понимаю.
пустом здании это должно быть охренеть как слышно. Ну ладно. Че, выбили? Да. Мастер. Нутис, нутис. Так. Ну да, бейсбольная бита. То есть автоматы не нужны, нужна бейсбольная бита. А что-то скины какие-то не очень, да? Положи в сумку. Мы никогда в жизни такого не делали, только ты и я. Из нас вышла отличная команда, а? Да, конечно, мы еще не закончили, не совсем... Ну, да, конечно. Да. Порадуйся, парень. Ты кто вообще? Бросай. Какого черта вы здесь делаете? Мы берем оружие, пытаемся помочь Дэвиду, защищаем семью. Ну, давайте скажем, что пытаемся помочь. Да, пытаемся помочь. Я знаю, ты на меня злишься, но я пытаюсь поступить правильно. Ради брата? Ради него, ради всей моей семьи, ради всех. Ага. Это была дерьмовая выходка, вот так меня подставить. Я знаю, я... Почему ты не встретил меня у крепости? Какой крепости, блин? Кейт хотела уйти, Дэвид в беде, Ричмонд прогнил. Просто не могу выносить того, что происходит в новом Ричмонде. Ложь и воровство. Говоришь прямо как твой брат. И я знаю, он хотел бы, чтобы я тебе помогла, неважно чем. Но почему я должна верить вам теперь? Мы должны помешать, мы в отчаянии, Дэвид верит тебе. Ну, мы должны помешать Джон. Потому что Джон поступает неправильно. Наверное, я просто не могу отказать в этом. В смысле? И, похоже, можно взять все это вот дело. Я только кое-что еще быстренько возьму. Встретимся у выхода через 5 минут. Ну, хорошо. Вот он ей какую-то фигню наплел, она ему поверила. Боже. Какая прелесть. Тихо. Валим, валим. Иди сюда. Мы ж не спалились, нет? Замри. Ну, нормально вообще. Точно, да? Ну-ка, отвали от него. Так. Да блин, нас пырнули. Чё за дела? Хави, у тебя кровь. Ты в порядке? Бывало и получше, все хорошо. Какого черта Гейб? Какого черта Гейб? Ну? Твою мать! Похоже, что я в порядке. Ну, прости. Черт, мне вас и на пару минут нельзя оставить, так что ли? Он живой хоть? А, просто без сознания. Начинаю думать, что быть на вашей стороне вообще не лучшая идея. Оттащи нашего спящего красавца в уборную. Блин, ну давайте его там и оставим. Ну, поехали, чё. Дай-ка посмотреть. Крови, правда, много, тебе понадобится помощь. Черт. Не, все хорошо. Лингард и Дэвид – близкие друзья. Мы можем рассчитывать на его помощь. Медицинский пункт совсем рядом. Сейчас ночь, там будет тихо. Ну, ладно. Давайте побыстрее. Ребята, а что, тесак поднять не надо было? Ну, наверное, нет. Ладно. Они, правда,
Нет, это некоторые модели, что-то там с высоты. Хави, пожалуй, лучше Лингарду не видеть эти стволы. Они с Дэвидом друзья, но все же он член управляющего совета Ричмонда. Я могу вести наблюдение вместе с Эвой. Ну ладно, давай. У них лазерные прицелы есть? О чем он там вообще? Опаньки. А это кто? Клем? О, Клем, здорово. Черт, Хави, что с тобой случилось? Ну, возникла небольшая проблема. Наверное, было больно. Нам только промыть. Ты меня удивил. Я думала, это не ты, а кто-то другой. Я думал, ты ушла, помощь нужна, кого ты ждала. Помощь нужна? Что-то ищешь? Тип того, знаю, это выглядит нехорошо, но это не... Ничто. Я пришла только для того, чтобы узнать у Лингарда, где сейчас Эй-Джей. В любом случае, я не смогу уйти из Ричмонда, пока там есть эта толпа. Что-то мне подсказывает, что Лингарду безразлично, он в отключке с тех пор, как я пришла. Он жив. Глупый бедолага. Одним промыванием тут не отделаешься, Хави. Могу зашить. Не могу обещать, что после заживления будет красиво, но... Так, ты уж такое делала, а? Да, было дело. Сама себе, между прочим, в гораздо худших условиях. Ну да. Все будет в порядке. Поищу иглу с ниткой, чтобы ее зашить. Что такое? Эй, Клем, ты как вообще? Что за фигня? Я в порядке. У меня кровь пошла. Знаю, такое бывает. Раньше с женщинами путешествовал, у них все такое было. Что это такое? В смысле, ну... Почему так? Ну, просто не понимаю. Так, это значит, что ты взрослеешь. Становишься, ну... Понимаешь, женщиной становишься. Твое тело развивается, и все меняется, но все будет хорошо. Ну, ладно. Могу отвезти тебя к Кейт, она тебе поможет с... Хави, ты сейчас за себя переживай. Сначала надо найти иглу и нитку, чтобы тебя заштопать. А, ну да, точно. Так, Лингард. Очнись! Отзовись! Доктор Лингард! Доктор! Доктор! Ты меня слышишь, нет? Думаешь, он в состоянии тебя услышать? По-моему, он обдолблен просто вот. Ну-ка, пощечина сработает. Очнись! Отзовись! Прикольно, он ничего не почувствовал. Ух ты, этот тип точно в отключке. Так, ну ладно, тип в отключке. Так, стоп, что это? Ящики. Что у нас здесь? Пенициллин. Это не то, что я ищу. Ладно, здесь что у нас? Кодеин. Осталось немного. Похоже, более утоляющие пользуются большим спросом. На твоем месте я бы никакие лекарства не крала. Здесь такое не любят. Ну, мы не собираемся красть. Вернуть на место, взять таблетки. Да ладно, что, мужик же выдержит. Нет, спасибо. Что здесь, наверное, в аптечке? О, джекпот. Игла и нитка. Все стерилизовано, готово к применению. Давайте ящик откроем. О, ну вот. Заначка для Клементины. Похоже, теперь можно все. Давай поговорим. Эй, слушай, это как раз то, что тебе нужно. Они тебе пригодятся. Кейт тебе позаботится. А вот, кстати, иголка с ниткой. Кажется, я помню, как это делается. Ну-ну. Не шевелись.
Старайся не дышать. Знаю, я не самый подходящий человек для обсуждения этой темы до того, как... Ты не так уж плохо справлялся. Знаешь, спасибо, что ты рядом. По сути, все это значит, что ты можешь стать мамой, если захочешь. Интересно, я уже ощущала себя мамой. Кенни бывало говорил, что я прирожденная мать. Угу. Вспоминашечки. Ладно, посмотрим, что там у нас. О чем идет речь? Это бабочка. Растяпа, хочешь еще? Кого тебе сделать? Собаку, кролик, птицу. Ну, давай кролика. Фокус-покус. За кадром, шутя, чего ты там за кадром, отличный кролик. Таких всегда делал для Дака. Он чуть со смеху не лопался. А, черт, принесешь мне зажигалку из сумки? Блин, только что горел огонь. Ладно. Ну, давай, огонь. Прям так раз и все, и загорелось. Ну, давай еще. Сейчас, растяпа, сейчас. Вау, вуаля. Эй, не трожь его. Кенни как-то медленно соображал, но зато не стрелял. Это хорошо. Он как цел? Никто нашего малыша не укусил. Знаешь, когда я впервые увидел, как ты обнимаешь Эй-Джея, это было так естественно. Откуда-то сверху его мама смотрит на тебя. С благодарностью за то, что ты делаешь. Ты тоже помогаешь. Ты сделал для Эй-Джея не меньше, чем я. Ребекка и тебе была бы благодарна. Да, но кроме тебя другой мамы у него-то нет. Ну, так-то да. Заботливая, любящая. В тебе есть все, что нужно хорошему родителю. В твоем-то возрасте. Да, любовь типа. За нее стоит драться, готова умереть за Эй-Джея. Это самое лучшее, за нее стоит драться. Да. За любовь стоит драться. То, что я сделал с Карвером, было ради тебя. Я знаю. Ух, парню так же надоел холод, как и мне. Ну да. Я вот чего подумал. Нет смысла замерзать здесь и надеяться, что нас когда-нибудь возьмут в Веллингтон. Бьюсь об заклад, во Флориде мы найдем хороших людей. Может, даже для растяпы найдется дружок. Ведь здорово же будет, а? Все хорошие люди мертвы, но давай найдем, где будет лучше. И Джей нужен друг. Давай найдем, где будет лучше. Где угодно лучше, чем тут. Еще один день со снегом, и я просто не выдержу. Ну, скоро найдем, с кем тебе поиграть, детка. Помню, как в мотеле вы с Датом вместе раскрашивали картинки. Жизнь мало, что значит, если не с кем ее разделить. Сарита всегда говорила, семья будет тем, чем ты ее сделаешь. И она была права. Извини, что я сопли тут пускаю. Мы тебя тоже любим, не извиняйся, обнять Кэмми, наша семья это ты, бла-бла-бла. Слышь, впервые за долгое время. Мы же семья Кенни. Мы все. Ладно, ладно, ладно. Хорош сопли пускать, Кенни.
А как тебе вот это, малыш? О, олень. Прям. Или лось. Кто это? У нас есть мы. И пока так, все будет хорошо. Да. И так было какое-то время. Месяц спустя... Клем одна, ей холодно. А где растяпа? Ходячие жутко воют. Так. Дубак. Кто это? Так, ну это она уже после аварии. Там шрам на лбу. Так, вытащить нож. Кто здесь? Выходи живо. Давай нож вытащим. Привет, Клем. Это всего лишь я. Че в сумочке? Такой дамский редикюль. Какого хрена тебе надо? Я знаю, как ты злишься, Клементина. Плевок в лицо Дэвиду был вполне красноречив. Веришь или нет, но мне правда жаль, что все это произошло. Я верну Эй-Джея, тебе не жаль, отвали, я верну Эй-Джея. Да, собираюсь это сделать. Вечно вы его прятать не сможете. Этого не будет, Клем. Слушай, тут немного, но вот... Что ты принесла? Давайте посмотрим, что тут. Так, это энергетический батончик, вода, банка чили, рисунок. Рассказка Эй-Джея. Только не разрыдайся. Дэвид хотел, чтобы ты имел это. Спасибо. Это спасибо. Thank you. You're welcome. Пожалуйста, назовем это предложением мира. Ты дорога нам. Постарайся запомнить, бывает, что человек пытается сделать как лучше, даже если кажется, что нет. Да, бывает такое. Послушай, тут сейчас опасно, и ты расстроена. Что бы ты ни делала, не позволяй произошедшему подмять тебя. Тебе надо думать, что делать после этого. Я буду сражаться, справлюсь одна, может, найду кого-нибудь. Справлюсь одна. Всегда справлялась. Мне никто не нужен. Я не виню тебя. Только не надо переоценивать свои силы. Для меня выживать всегда значило найти тех, кому я могу поверить и кто поверит мне. Вот этим и был новый рубеж, лучом надежды. Он дал мне понять, что я чего-то стою в самые тяжелые моменты, не давал опустить руки. Ты тоже увидишь такой луч. Он мне не нужен, вы отняли его от меня, когда-то у меня был Ли. Знаешь, что? Может, тебе он и был нужен, но мне нет. Рано или поздно он бывает нужен каждому. В наши дни это все, что осталось хорошего. С тех самых пор, как мы познакомились тут среди самого кромешного ада, вы с Эй-Джеем были как свет во тьме, надежда на лучший мир. Это то, что ты есть. Пообещай мне, что никогда не потеряешь этот свет. Уходи, обещаю, у меня его нет. Он делает тебя не такой, как все. После всего, что я пережила, у меня его больше нет. Я понимаю. Просто постарайся держать голову выше. Над водой. Мне надо возвращаться, пока не заметили, что меня нет. Знаю, ты говорила, что справишься одна, но если нужны будут припасы... Или захочешь с кем-нибудь поговорить. В милях в 10 к югу есть старый аэродром Прескотт. Там живут хорошие люди, уверена, они тебе помогут. Мне будет тебя не хватать, Клем.
попросить Айву уйти, пожать Айве руку. Ну, в общем-то, она ничего плохого-то не сделала. Ну, ладно, давай пожмем. Давай. С тобой все будет хорошо. Thanks, Ava. Спасибо, Ава. Удачи, Клем. Держи хвост пистолетом. Угу. Это придает мне сил. Есть такие вещи, ради которых мне нужно жить. Так, ну и... Забинтовала. Так, что скажешь? Быстро ты, за мной должок, отлично. Так, ладно, за мной должок. А, добавь в кучу. Так, ну что, идешь? Мне еще надо Лингарда спросить насчет Эйджея. Ух ты, очнулся. Здорово, Клементина. Хавьер, я думал, ты гниешь в камере вместе с Дэвидом. А он случайно не выбрался? Не знаю, не твое дело, его забрала Джоан. Думать не хочу, что Джоан может с ним сделать. Она жестокая стерва. Его забрала Джан перед тем, как я выбрался. Больше я его не видел. Вот бедолага. Ему не выбраться. В смысле, что ты имеешь в виду? По-моему, гарантированно уйти от Джан сейчас можно только одним способом. Типа вперед ногами? Тебе какое дело, выбрался ли Дэвид? Он заслужил то, что с ним будет. Если так думаешь, то ты Дэвида не знаешь. Я знаю, что из-за него я потерял Эйджея. Когда Эйджей выздоровел, вмешался Дэвид. Он лично взял на себя ответственность за мальчика. Ты так говоришь, будто это что-то хорошее. Сильно сомневаюсь, что он в самом деле оказал положительное влияние. Благодаря Дэвиду мальчику сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Дэвид хороший отец, и Джей должен быть со своими родными, это может решить Клем. Давай вот так вот. Факт остается фактом. Дэвид по-доброму относился к Эйджею и к другим тоже. Об этом может судить Клем. Ей незачем это делать. Говорю как врач, сейчас ему лучше, чем тогда, когда я его впервые увидел. Это потому, что он был болен. Он бы и не выздоровел, если бы я послушала тебя, доктор. А я от своих слов не отказываюсь. Если Дэвид так об Джей заботился, почему он сказал спросить об этом у тебя? Где он? Так, вот в чем дело. Хочешь знать, где мальчик? И? Ну ты скажешь, нет. Че у тебя с глазами, блин? Ну, ширнуться опять решил. Чё тебе надо? Я просто хочу умереть. Мне надо, чтобы мне ввели вот это. Сам сделай, ты спятил, не сдавайся. Да пошел ты в баню, не сдавайся. Держись, чувак, завтра будет новый день. Я не могу. Когда твой брат меня нашел, он поручил мне заботиться обо всем, на чем я поставил крест. О своей жизни, о людях, даже об этом проклятом поселении. Без него я больше ни о чем заботиться не хочу. Говори же, где он? Тогда у тебя не будет стимула это сделать. Хм. Типа, ввести ему составчик? Да пошел он в жопу. О, Хави, мне нужно знать. Ну и правильно. Я уже так долго ищу. Давай вы спрашивай, что. Что такое? Извини, Клем. Нам нельзя этого делать. Нет, я должна. Не сделаешь ты, сделаю я. Клем, остановись, он не в своем уме. Этого делать нельзя. Пусти, я принимаю предложение. Мы найдем Эйджея, только не таким способом. Другого способа нет. Где? Считай, что мы не договорились.
Нет. Хави, как ты мог? Ну, как-то мог. Пусть будет так, это ваши заботы. Особенно теперь, когда Джан охотится на так называемых предателей. Надейся, что она вас не найдет. Держись, дружище. О, здорово. Привет, Клементина. Не ожидала тебя здесь увидеть. Аналогично. Все готовы? Да, мы все ждем. Тогда поехали. Вот это встреча. И куда мы сейчас? Хави, ты вернулся. Ну, судя по его радостным возгласам, видимо, все плохо. Спасибо за теплый прием. Просто не ожидал тебя увидеть. Ребята, это она, я знаю, кто она. Удар у нее мощный. Приятно познакомиться. Рад тебя видеть, Ава. Чё такой радостный-то? А черт, ты в порядке? Да, выглядишь хуже, чем на самом деле, не волнуйся. Кейт на минутку прилегла в твоей комнате. Значит, у вас есть оружие, так? Есть еще как. Это тебе, это тебе. Это приберег для тебя. Но не надо, у меня есть. Чуть, да ладно. Хотя еще один не помешает, давай сюда. Спасибо. Где вас носило столько времени? Зашли навестить доктора Лингарда ночью. Странно, что он был трезв. Ему нужна помощь. Должна быть сложная работа управлять городом. Он явный наркоман. Когда мы пришли, он уже был никакой. Это было бы печально, если бы не было так глупо. Да просто гадко, вот и все. Кстати, Клементина, почему бы тебе не обсудить с Кейт то, о чем мы с тобой говорили? Ну ладно, да. Через несколько часов солнце встанет. Люди Джон знают, что мы здесь застряли, и придут за нами. За всеми за нами. А, гребаный карась, может, все не так плохо, как кажется? Хрен его знает. Пока эти твари перекрывают нам выход, мы никуда не денемся. Нам нельзя сдаваться, хватит терять время, вот же ж хрень. Я знаю, знаю, мы в дерьме, ага. О, спасибо тебе, Хави. А мы типа еще не знали, что ли? Бежать нельзя снаружи стада. Нравится вам это или нет, но мы застряли в этом гребаном Ричмонде. Черт, как мы должны будем эту хреновину заморозить? Джон со своими будет на площади, так? Нам нужно ударить первыми. Убираем Джон, и все наши проблемы решены. Отлично. Ну так, и как мы это сделаем? Вернем власть Дэвиду, застрелим ее, найдем союзников. Ей нужно защищаться от нас, от тех, кто в Ричмонде, бла-бла-бла-бла-бла. Давайте найдем. Если остались хорошие люди, ну, нужно попросить помочь. Если мы сможем выступить на суде, обратиться ко всем жителям Ричмонда, может, нам и не придется делать все самим? Тупая идея вообще. Мы только зажжем спичку, остальные люди сами все сделают. Когда завалим Джоан, надо будет как-то выбираться из этой задницы. Не знаю, как вы, а я насчет бегать-то не шибко мастак. У нас есть грузовик большой. Мы его использовали, чтобы защищаться от ходячих. Он слегка пробитый, но лучше, чем ничего. По улицам должны ходить патрули и искать нас. Далеко этот грузовик? Я покажу. Мы расширялись, раздвигали границы, увеличивали безопасную зону. Не обещаю, что они уже убрали всех ходячих, но грузовик стоит вон там. До него доплюнуть можно. Если стырим его, хрена с два нас кто остановит. Что стырить? Эй! Господи, Хави, у тебя кровь на рубашке. Ты же сказала, что рана несерьезная. Ну, так она и несерьезная. Черт возьми, как это произошло? Блин, порезался, когда брился, ё-моё.
Ничего не случилось. Да рана не глубокая, просто крови много. К тому же ее уже обработали, Клементина мне ее зашила там у доктора. Но ты так и не ответил на мой вопрос, что случилось? Ножом его пронули, ага, один охранник. Я думал, ты знаешь, что делаешь. Ты ведь еще жив, а? Эленор, посмотри, что тут. Странно, что она до этого не посмотрела. Если он не занесет туда грязь, все быстро заживет. Вы можете не поднимать такой шум из-за ерунды? Что было, то было. Давайте уже проехали, да? Я просто хочу, чтобы с ним все было в порядке, Гейб. Нам надо наш план обсуждать, а не это. У меня уже куча идей. Я за папой хочу пойти. Не торопись, это уже неплохо. Помолчи, Гейб, бла-бла-бла. Это уже неплохо. Давай. Давай, иди за папой. Для начала это уже не дурно. И хорошо, что ты хочешь помочь. Надо все обсудить, прежде чем принимать решение. Главное, чтобы меня взяли. Само собой, ценю твою готовность, но... Не уверен, позовут ли тебя поучаствовать. Пожалуй, я согласна с Трипом. О, да это чушь собачья. Я иду с вами. Гейб, дух переведи. Это мой отец. Я иду. Там будет опасно, я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Если мы спасем папу, за это можно и пострадать. Это даже стоит того, чтобы умереть. Умирать никто не собирается, окончание. Бла-бла-бла-бла. Ну помогай нам, черт возьми. У тебя крышу снесло, Гейб. Сначала та хрень в оружейной, теперь вот это. Как я могу тебе довериться? Ты что, говоришь что такое? Или еще кто-либо из нас? Никто тебе не даст стать мучеником. Твоя жизнь очень ценна. Жизнь цена? Тогда как вышло, что ты застрелил Конрада? Ах ты мелкий козел, не делай этого, я спас тебе жизнь. На всякий случай, если ты не помнишь, я тебе жизнь спас, придурок. Ну и что? Ты застрелил его, ты его убил. Что за хрень, Хави? Он говорит правду? Ты убил моего друга? Но он бы убил их, тебя там не было, я бы сделал это еще раз. Ты мне сказал, что его убили ходячие. Этот сукин сын сам напросился. Я бы и снова это сделал, если бы пришлось. Быстро же ты сменил пластинку, я думал, для тебя важно беречь людские жизни. А проклятие, Гейб, он держал нас под прицелом, кто-нибудь должен был погибнуть. Нельзя ведь знать наверняка, правда, потому что он-то свою версию уже не расскажет. Ты об этом позаботился, да. А я гляжу, Хави, с тобой чертовски опасно иметь дело. Сначала ты моего друга убил, потом из-за тебя мы с товарищами оказались у Джон в черном списке. Я думаю, Хави, нам лучше разделиться. Вообще тебя не хочу больше видеть. Может, с Джон было бы лучше, про нее я хотя бы знаю, что она хочет мне воткнуть нож в спину. Или ты валишь нахрен и больше не показываешься, или я за себя не отвечаю. Давайте ему вломим. Усёк. Иди к черту, я уйду, мне правда очень жаль. Да пошел ты нахер. Ладно, я ухожу. Вы сами себя сейчас... Сам бы себя сейчас не захотел бы видеть. Ну что, надо взять грузовик. Я возьму свои вещи, когда увижу, что на площади все начинается. Свяжусь с тобой по рации. Ну ладно. А вы что такие белые и пушистые-то, ёпт? Прям такие все хорошие, добрые люди. Ни хера ничего не делали всю дорогу. Балластом только висели. А сейчас они такие деловые, колбасени стали. Как интересно. О, хрен с ним. Пойдем добывать грузовик. Клем, ты идешь со мной за грузовиком. Гейб и Кейт, останетесь тут и последите за ходячими. Надо быть готовыми ко всему. Мне все ясно, хочешь меня наказать за то, что я всем сказал, что ты сделал, да? Пошел нафиг. Я иду за грузовиком. О, у каждого из нас своя работа, веди себя по-взрослому, черт побери, не заставляй меня просить. Блин, Гейб, ты уже обо всем все доказал. Теперь пора стать взрослым и помочь нам. Гейб, слушай. Я хочу, чтобы ты меня прикрывал. Присмотри, чтобы нам сзади там не зашли, хорошо? Кто-то же должен отвечать за безопасность. Ну ок.
Что, блядь? Да ничего. Нам с Гейбом тут будет спокойно. Вот так вот, да. Чё, пацан, реально думал, что ты сам что-то решил? Ха-ха-ха. Так, давай поговорим с ним еще разок. Чё-то мне не нравится, как он себя ведет. Чё тебе, Хави? Надо играть в команде, как там все тихо, позже поговорим, в чем проблема. В чем проблема? А, чувак, то, как ты вел себя в квартире, потом тут. Можешь ничего не говорить, понимаю. Чего ты там? Я облажался. Я зря сказал насчет Конрада. Мне надоело, что меня отталкивают. Надеюсь, ты снова сможешь мне доверять. Ну, вот это уже другой разговор. Ладно, все будет в ажуре. Давай. Только не тупи здесь. Слабый забор. И там ходячие. Это что, это карта? Это грузовик? Нет? Нет, это явно не грузовик. Это какой-то... Это пикап барсука. Заперто. Вот же ж невезуха. И что? Эту развалюху Муэрта с 2 секунды раздерут на части. Ну да, логично. Нам нужно что-нибудь покрепче. Так, это что? Экскаватор. Блин, а можно туда пройти как-нибудь? Так, экскаватор, это что? Да блин, это что такое? Бульдозер? Не, это все не то. Клем, что? Скажи что-нибудь хорошее. Что происходит? Спасибо. За что? За то, что помогла с Гейбом. У него сейчас трудный период. Ну, у всех трудный. Просто делаю, что могу. Ну да. Давай дальше искать грузовик. Давай. Так точно. О, вот он. Все, базар без нашли. Нашли грузовичок, все нормально. По-любому он там стоит. Вон он. Пойдем. Открывай, что ли. Садись, поехали. Каковы шансы? Думаю, 50 на 50. Ну, давай. Ха, всезнайка. Ох ты, черт. Там еще охрана. Черт бы побрал. Ну и? Что делать будем? Так, а вы-то что приперлись? Ранние пташки, надо поторопиться, пока остальные не начали просыпаться. Что будем делать? Двигатель заводить нельзя, это привлечет массу внимания. Кейт, ты садись за руль, а мы все будем толкать грузовик. Посмотрим, сможем ли оттолкать его подальше. Ну, ладно. На нейтралочку ставь. Готовы? Ага. Да, готовы. Ну, поехали, чё. Ну, нормальдос, легко пошел. Ну чё, вытолкали? Вот, значит, все-таки я пригодился, да? Хорошо, что ты был с нами. Да, я рад, что ты с нами. Окей? По крайней мере, ты способен это признать. Да, выходит, что с тебя тоже может быть толк, когда ты слушаешь, что тебе говорят. Ну чё? Вряд ли они с такого расстояния услышат шум двигателя. Я поставил на нейтралку, ключ зажигания найти не могу. Наверное, придется замкнуть провода. Ничего, кто-нибудь знает, как это делается? Постарайся, чтобы тебя не ударило током. Черт, нужно чем-то зачистить провода. Они тут все свои вещи побросали. Наверняка найдутся инструменты. Давай просто поскорее, ладно? Ну, хорошо. Так, ну я вот уже вижу, это ящик с инструментами, полюбас.
Так, чё? Главное, чтобы нас никто не цапнул. Чё тут сверху лежит? О, молоток есть. Давай возьмем молоток. Обалдел, что ли? Ну, как бы нормально. Без шума и пыли. Почти готово. Присматривайте, я пока заведу. Проверю, как там пацаны в конторе. Просто убедиться, что они никуда не попрут. Мы с Клем будем приглядывать заходящими. Ладно, попробуем вот так. Ну, совсем без палева. Давай, скрывай. О, нормально. Так, тут бы не помешали кусачки. Ну, давай кусать. Зажигание. Так, и чё? Это аккумулятор. Аккумулятор к зажиганию нужно подсоединить. Ну, давай. Да будет свет. Хм, действительно. И чё? А, ну нормально сейчас. Веселуха будет. А, черт. Да давай, заводи, ё-моё. Суети быстрее. Так, чё? Стартер. Ну, стартер. Да, я спешу. Ну, стартер. Только бы толком не долбануло. Только бы не долбануло. Да давай, ничего страшного. Ну, нормально. Поехали. Быстро. В машину. А, они оставили открытыми ворота. Ну да. Ребят, там сейчас будет чем заняться. Так, и чё? Ну вообще машины по улицам города тут не каждый день ездят. Площадь через несколько кварталов, здесь удобно ждать. Ну ладно. У нас бензина-то хватит. Я не собираюсь снова глушить двигатель. И чё теперь? Подождем, пока Ава свяжется с нами по рации. Так что нам нечего делать, кроме как сидеть смотреть на восход солнца. Ну, я знаю, что у нас есть важное дело, а я учу тебя играть в карты. Это все не важно. Это карточная игра, ну же, это весело. Приятно снова разъезжать с парой детей на заднем сиденье. Хорошие времена были, больно думать об этом. Есть кое-что, почему я не скучаю. Да. Как в тот раз, когда пришлось вычищать блевотину из обшивки. Ну, как бы, вот уж почему я не скучаю, так нет. Я и не представляла, сколько могут вырвать дети, пока не оказалась запертой с ними в машине круглые сутки. Или как далеко попасть. Ха, получи. Да ладно, это даже не по правилам. Все равно получи. Я так понимаю, он перестал с ней сдерживаться, да. Если ты еще не заметил, Гейб чуточку влюблен в Клементину. Надеюсь, все получится. Мне все это не нравится. Каковы шансы? Каковы шансы? Удивительно, правда, да? Среди всего этого они находят время флиртовать друг с другом. Наверное, это просто становится заметно. Ставишь двоих рядом, между ними тут же начинает что-то происходить. Просто я рада, что на сей раз происходит нечто хорошее. Это так нормально, знаешь ли? Ну, знаешь, мир вокруг сошел с ума, все ужасно, трагично и просто тупо. Нет ничего более замечательного, нормального, чем пара ребят, которые влюбились друг в друга. Влюбиться несложно, нет, это ужасно звучит, я им завидую. Это лучшее лекарство. Эй, да, влюбиться несложно. А вот не переставать любить, вот это настоящая проблема. Это нечестно, это все, что я хочу сказать. То, что они все это сейчас чувствуют, и когда солнце поднимется немного, снова в бой. Я просто хочу, чтобы у него было детство, понимаешь? Ну, если бы я могла его ему дать.
Этого мира больше нет, для этого еще не поздно, верно? Ну, давай представим, что для этого еще не поздно. Поэтому мы это и делаем, верно? Чтобы он мог жить лучше, когда все будет договорено и все это. Да, верно, знаю, ты прав. Надеюсь, ты знаешь, Хави, то, что ты был со мной все это время, это имело решающее значение. Ты так уверен в том, что ради чего ты это делаешь, а? Я не уверен, это моя природа, мы должны быть примером. Ну, блин, думаю, просто я такой, и все, понимаешь? Ну, по крайней мере, сейчас такой. Ну да, понимаю. Нет способа сказать это красиво, поэтому скажу просто. У нас с тобой бывали приятные моменты. Они всегда были увлекающими, и все так смешалось, и, может, не все имело смысл. Но пока не настал завтрашний день, я хочу, чтобы ты знал. Что бы там между нами ни было, я хочу дать этому шанс. Ну и я знаю, что присутствие Дэвида делает все немного сложнее, но ты чувствуешь тоже, да? Не, я не разделяю, я хочу быть с тобой, пока все не началось так. Так, что мы, разделяем или не разделяем? Ну, блин, да что? Господи, конечно, разделяем. Давай рискнем, нужно попробовать, да, правда же? О, Господи, правда? Ну, типа да. Так, мы... Да. Мы. Она это запомнит. Ладно, ага, черт, мы... мы это делаем. Ты же понимаешь, что нам придется выдержать странный разговор с Дэвидом, правда, да? Надеюсь, он переживет. Это было бы уместно. Это обязательно... Это было бы уместно. Да. Хочу сама ему сказать обо всем. Мне так будет легче. Ну, в этом случае так поступит ответственный человек. Но я скажу тебе, быть ответственным не сахар. Совсем не сахар. Хави, тут устроили казнь. Они планируют повесить Дэвида на глазах у целой толпы. Срочно сюда. Только не на грузовике. Если они увидят машину, они его сразу убьют. Если вам удастся попасть на площадь... Черт. Похоже, ее взяли. Мы должны попасть туда и немедленно. Ну, что скажете-то? Что-то... Значит, Саву, скорее всего, взяли. Я буду здесь. В машине. Держи рацию при себе. Мы сообщим, как только Дэвид будет у нас. Удачки. А то вы больше ничего нет? Не, судя по звукам, там толпа. Мне показалось, что Аву что-то отвлекло или кто-то. Мне показалось, что ее вообще взяли. Хотела бы я знать, с чем мы сейчас будем иметь дело. Ну, сейчас посмотрим. Может, рация сдохла, я беспокоюсь об Аве, мы не должны отвлекаться. Чуть-чуть беспокоюсь. Я немного беспокоюсь. О ней. Должно быть, что-то пошло не так. Должно быть, что-то случилось. Точно. Мы не узнаем, что пошло не так, пока все не закончим. Так что, давайте за дело. Ну, ты готов? Мы должны запомнить. Мы люди, а не Муэртос. Мы умнее их и должны действовать соответственно. Точно. Нам нужно время все обдумать. Ребят, да чего вы там думать-то собрались? И как вы вообще вызволять там кого будете? Что-то нифига не понятно. Ладно, сейчас посмотрим. Ричмонд, все дела. Не знаю, как вы, а я бы предпочла сегодня здесь не стоять. Ух ты. Народ Ричмонда вправе жить в безопасности. Дэвид Гарсия должен быть наказан за то, что сделал. Черт. Мы не можем оставить все так. Вот уж не первый год Ричмонд живет по простому принципу. Сильный совет, сильная община. Но
Но, к сожалению, один из членов Совета, специалист по безопасности Дэвид Гарсия, своими действиями подверг всех нас, видимо, опасности, да. Она вас всех обманывает. Простите, что приходится вам это показывать, но вы все должны это увидеть. Но что там увидеть-то? Взгляните, что он сделал. Ну, три трупа. Он хладнокровно убил их. Он убил Лони на моих глазах. Один из лучших, кого я знала, и они погибли во цвете лет. И это его вы хотите сделать главным, столь безрассудного, столь жестокого. Я с этим ничего общего иметь не собираюсь. Поверить не могу, что все это на самом деле. Ну, типа да, она его убьет. Значит, будет война, тактика запугивания. Короче, не теряй самообладание. Джон умна, но мы умнее. Просто надо быть осторожными. Главное, нам не облажаться, Хави. Ща облажаемся по-любому. Хавьер, мне говорили, что ты собираешься вломиться к нам на вечеринку. Почему бы тебе не подняться сюда? Пускай все на тебя посмотрят. Зачем мне помогать тебе? Чего ты хочешь? Думаешь, я собираюсь тебя надуть, да? Она все равно уже знает, что мы здесь. Ну, как бы да. Давай выйдем тогда. Чего это? Прошлой ночью у меня была очень интересная беседа с твоей подругой Элеонор. Это что за херня? Не так ли, Элеонор? Вот ты сучка. Да. Она поведала мне, что ты хочешь поднять народ против меня. Убедить людей, что я не гожусь для Ричмонда. Мой план не изменился. Зачем наказывать Дэвида? Элеонор ошиблась. Ну, мой план не изменился. Да. Похвальная честность, но от нее задача делается куда сложнее. Здесь, в Ричмонде, те, кто ставит себя выше коллектива, долго не живут. Введите их сюда. Ты совершаешь ошибку? О, нет. Они все время были у них. Дэвид хотел сравнять город с землей. Он рассказал своим людям, где мы прячем запасы оружия, и уж, конечно, они нас обчистили. Ты правда думал, будто сможешь ворваться в город и устроить тут переворот, пользуясь нашим же оружием? Подобное я попросту не могу допустить. Ты поставил меня в безвыигрышную ситуацию, так что я сделаю с тобой то же самое. За свои преступления они оба заслуживают смерть. Однако, Хави, я позволю тебе спасти одного из них. Но только одного. Одного. Черта с два. Нет, Джон, не надо. Пожалуйста, не надо, хватит играть в игры, лучше возьми меня. Тупой вариант. Давай, хватит играть в игры. Значит, вот как ты собираешься руководить Ричмондом, мучить людей своими дурацкими играми во власть? Правосудие — это не игра, Хави, тебе давно пора это понять. Джон, ты уверена? Убивать их всех мы не договаривались. Это уже решать Хави, не так ли? Всеобщее внимание приковано к тебе. Может быть, это поможет тебе сделать выбор, мальчики. Давай, Хави, кто же это будет? Спасти Трипа, спасти Аву. Спасти Аву было бы правильно. Да ладно! Чертовски глупо! Ты что, серьезно? Будь ты проклята, Джон! Надо спасать Аву. Она не предавала, а этот мудак себя вел как мудак. Как ты могла это сделать? Поэтому спасем Трипа. Трип должен жить. Он слишком ценен. Сукин ты сын. Хавит, да что за хрень ты говоришь? Дэвид недоволен твоим выбором, но я уважаю твое стремление поддерживать своих. Расстрелять его. Эй, я же сказал оставить Трипа в живых. Сказал, но ты должен понять еще кое-что. Предательство. Ты не можешь так поступить. Твою ж мать-то, я могу все, что хочу. Ты сам во всем виноват. Давай. Вы за это заплатите, иди нахрен. Нет. Бэт-трип. Господи боже, они реально его застрелили. Чтоб тебя.
А теперь, Дэвид, твоя очередь. Че, вламываем? Поверить не могу. У нас так не делается. Останови ее, Клинт. Это та справедливость, которую ты верил? Нет. Подумай об этом, Хави. Ты знаешь, что сейчас произойдет. Ты готов к этому? Да. У нас в Ричмонде не убивают, только изгоняют. Так у нас всегда делалось. Как насчет взять Дэвида и остальных своих людей и попросту свалить отсюда? Уйти от Ричмонда подальше, а там делай, что хочешь. Стаду снаружи эта идея наверняка понравится. Она думает, что отправляет нас на смерть. Она рассчитывает на это. Всем убрать оружие, решим дело миром. Ты жив? Не слушай их, Хави, они все гребаные мясники, все до единого. Застрели эту сучку, убей ее. Заключить договор или застрелить Джоан. Если ты этого не сделаешь, короче, все. Так. Выпустите меня, я ее в клочья разорву. Да, конечно, сейчас, подожди. Так, ну че? Тогда можно забрать своих людей и уйти, типа, через стадо, да? И даже этого дебила можно забрать. А если выстрелить в Джоан, то будет... А что будет? Будет нехорошо как-то, да? До свидания. Все это запомнят. Папа! Ух. Так. Так, бежим. Ничего. Ну. Так. Да блин, так же убить могут. Давай, залазь. Так, и что там у нас? От винта? Табуреточку подставить? Обрезать веревочку, все нормально. Вставай давай. А, мы его просто оттягиваем, да? Хорошо. Ух ты, блин. Ну чё, Ава, ты живой осталась. Ах ты, сукин сын, а ну вернись. Гейб, ты должен меня прикрыть, сейчас мы все это исправим. Ладно, хорошо. Ну давай. Мы нужны папе, нам нужно идти туда. Мы здесь не ради мести, помоги ему, Гейб. Ну помоги. Ему нужен ты, а не я, иди давай. Че, не ссы. Вперед. Давай, давай. Так, а мы что делаем? Ух ты, блин. Хорош по мне стрелять. Сколько ж можно-то? Так, что там у нас? Это по кому они там? О, Клем. Надо прикрыть. Черт, я должен ей помочь. Ну, давай, побежали. Помогать. Мы же не могли выпутаться, Хави. Нафига надо было стрелять в нее? Черт, ложись давай. Я слышу выстрелы, что там, черт возьми, происходит? Сейчас не могу говорить, знаешь что? Некогда говорить, тут постреливают немножко. Не слышу тебя. Слишком шумно. Да ладно, блин, опять слезоточивый газ. Вы издеваетесь нафиг. Ну давай, подымайся, чё, пойдем. Сейчас опять какая-нибудь хрень будет, да? Ух ты, блин. Чё там? Это Кейт, она едет за нами. Прикольно, сейчас уезжаем отсюда, валим. Ты чё делаешь? Ох ты ж мать. Перемать. Блин, чуть не сбили. Это что? Это... Нет. Боже. Хави, давай скорее туда пока. Че, Кейт, все?
Кейт! Ладно, и ходячие, да, поперли. Ну, то есть, хэппи-энда не будет. Блин, ну... Блёха, да только договорились, что там... Это... Все с нуля. Начнем. Замута. Эпизод 4. Кровь не вода. Да, видимо, все закончилось именно таким образом. Окей, эпизод закончен. Осталось зачитать те выборы, которые мы сделали. Они отчасти были немножко глупыми. Ну, потому что Хави Гарсия, он как бы не сильно умный человек. Пообещали ли вы помогать Кейт и ее родным, если Дэвид уйдет? Нет, мы сказали Дэвиду, что это его обязанности. Ну, и на самом деле, он, господи, взрослый мужик должен сам заботиться за свою семью-то. Как вы ответили на просьбу доктора Лингарда? Вы отказались убивать Лингарда. Могли помочь ему совершить. И, кстати, можно было позволить Клементине решить его судьбу, но... Нет, мы отказались, и это нормально. К черту, он хоть и наркоман, торчок, но нафиг. Так, вы сказали Кейт, что питаете к ней чувства. Да, ну, потому что... Ну, он питает к ней чувства, да. И это круто. Кого вы попытались спасти во время казни? Мы пытались спасти Трипа, а спасли Аву. Ну, Трип, собственно говоря, ну, спасти Трипа, наверное, только из-за того, что мы его друга сначала застрелили. Там, правда, тоже косяк был. Ну и ладно. Попытались, но не спасли. Дерьмо случается. Так, вы выстрелили в Джоан или приняли условия, предложенные Клинтом? Мы выстрелили в Джоан. Ну, а что у нас, сука, такая? В самом деле... Ну, вот, собственно, и все. Выборы сделаны, решения совершены. Большое всем спасибо, что оставались со мной на моем канале. Всего доброго.